Итак, схватка 10 минут на ковре 3 рейтинга. Но мы надеемся, вот искренне надеемся, что до 10 минут мы не дойдем. И схватка разрешится каким-нибудь красивым совместным. Причем нам не важно, с какой стороны. Нам чем меньше времени мы потратим, тем лучше. Борцов можно поддерживать, приветствовать, главное не мешать. Огромная просьба не дублировать команды судей, чтобы не отвлекать спортсменов. Там время, стоп и так далее. Окей? Сессия вон с Настино. Это видео. Сколько продлилось недолго. Я, к сожалению, фамилию не запомнил. Харченко Алексей победил в этой схватке. Клуб «Стрела». Ну, у нас личный зачет. Ну ладно, окей. Круто, если что. Аплодисменты победителю, очень быстро, очень здорово.